большой привет, дорогие друзья! Очень-очень рад вас видеть снова на своем канале. Сегодня будем разбирать песню Андрея Леницкого «Дышу тобой». С вами Раиль Асланов, и он покажет вам, как действительно сыграть эту песню классно и романтично. Но прежде чем, ребята, приступим, вы часто меня спрашиваете, почему, Раиль, ты не разбираешь какие-нибудь там старые такие легкие русские песни? Ответ очень прост, ребята, наш уровень постепенно растет. Вначале были такие песни, сейчас мы уже перешли на самые современные последние песни, чтобы быть в русле современной молодежной культуры. Ну а если вы, ребята, хотите что-нибудь легкое научиться играть, то есть впервые взяли в руку гитару и не знаете, с чего начать, я могу вам посоветовать канал моего хорошего друга Стихотворца. Ссылочку на этот канал оставлю в описании под видео. На его канале вы сможете найти самые многочисленные разборы на самые-самые легкие песни. У него их там множество. Вы прям возьмете гитару, посмотрите его уроки, вместе с ним там попоете, угораете и уже научитесь играть ту или иную легкую русскую песню. Так что заходите на его канал, подписывайтесь и смотрите его ролики. Ребята, кто не видел мой кавер на эту песню Леницкого, ссылочку оставлю в описании под видео на этот самый кавер. Ну и сейчас традиционно чуть-чуть вам включу отрывок из нашего кавера, а потом уже посмотрим, как эту песню играть. Поехали. Называй меня как хочешь и давай летать, как песок сквозь пальцы ночи будем пропускать. Мне с тобой очень-очень-очень хорошо. Я привык то, что ты рядом, и прошу еще, давай. Сквозь сердце ты меня пропускай, давай. Дыши со мной, мой самый чистый кайф. Будь ближе, с тобою я, слышишь, никто без тебя. И пусть ангелы знают, что не потеряю сегодня тебя. Остановок я дышу тобой, и ты как ты, ты наркоцветной, и ты как я, тобою пьян, ты моя вера. И без остановок я дышу тобой, ведь ты как ты, ты наркотик мой, ведь ты как я, тобою пьян, ты мой океан. И без остановок я дышу тобой. Ведь ты как дым, ты наркотик мой, ведь ты как я, тобою пьян, ты мой океан. Со мной что-то не то, так близко дыхание твое, ты злишься в глазах твоих огонь, искрится в душе моей твои частицы. Если навсегда, как птицы, то все равно ты мне приснишься, помнишь, как с тобой по крышам любили, но мечтали выше, давай сквозь сердце ты... Отлично, да? Четыре аккорда, и спуск происходит таким же образом, как в песне «Жуки-батарейка», опять-таки. Тональность до минор, самая распространенная на сегодняшний день, а сегодня у нас август, 2016 год. Ну, в современных песнях, я хочу сказать, у Крида, у Леницкого, у LX24 и так далее, у всех преобладает тональность до минор. Давайте приступим. Первый аккорд до минор, CM. Следующий аккорд Си бемоль мажор, шестой лад, верхняя посадка. На картиночке можете увидеть. То есть... аккорд формы Е. Просто мы еще указательный добавляем вот сюда, на шестой лад. Через один лад аккорд Си бемоль мажор. И аккорд Соль. Только при помощи баре, конечно же. Видите, все эти три аккорда одним шаблоном берутся. Поэтому на гитаре очень удобно играть при помощи шаблонов. Поставил и передвигаешь. То есть первый аккорд, он формы АМ, просто нижняя посадка, то есть берем указательный, ставим на третий лад, то есть целиком его закрываем. Аккорд до минор, или можете это взять вот здесь, на восьмом ладу. То есть верхняя посадка без фа уже. Шестой лад, четвертый и третий. И все, песня играется на основе этих четырех аккордов. Кстати, недавно разбирали песню группы «Серебро» «Сломано».
там те же самые аккорды были. Тональность тоже до минор была. Не знаю, ребята, что за такая тенденция в до миноре писать. Давайте. Для разнообразия я начинаю куплет с перебора. А с какого? Сейчас посмотрим. Очень просто. Берем аккорд до минор, дергаем бас и третью струну вместе. Потом вторую, первую, вторую, третью. Аккорд ББ, шестая и третья снова таки. Четвертый лад. Аккорд соль. Можете так взять, если хотите. Шестая с третьим. Два, один, два, три. Но это немножко нарушает спуск, да? Уже сами услышали. И все, играете таким перебором. Называй меня как хочешь и давай летать, как песок сквозь пальцы ночи будем пропускать. Мне с тобой очень-очень-очень хорошо. Я привык, то, что ты рядом, и прошу еще. Давай, сквозь сердце ты меня пропускай. Давай. Дальше заметили, да? Продолжаем куплет, но уже играем переборчиком другим. Каким? Таким фортепианным. То есть дергаем бас вторую и первую струну сначала, потом дергаем третью и снова первую, вторую, третью, первую, вторую, третью, первую, вторую, третью. Еще раз. Можно бас еще разочек взять там посередке, то есть нижестоящий, да, бас. Вот, еще раз. Самый проделан на каждом из аккордов. Здесь только бас, шестая струна. И аккорд соль. Шестую, третью, вторую вместе дергаем. Третья, первая, вторая, третья. И все, таким перебором вы начинаете играть. Там довольно высоко, придется фальцетом брать. Вот этот верх, есть же подъем. Давай, сквозь сердце ты меня пропускай. Давай, дыши за мной, мой самый чистый кайф. Будь ближе, с тобою я, слышишь, никто без тебя. И пусть ангелы знают, что не потеряют сегодня тебя. Дальше идет припев, но вы поняли основной принцип, перебор очень простой. Ну, петь, да, чуть-чуть сложновато, ребята. Если что, можете на полтона спустить и все так же сыграть. Можете вообще на тон еще ниже. Будет легче петь. Ну, а если хотите еще легче, тогда можете сыграть простыми аккордами. Аккорд АМ, аккорд G, аккорд F и аккорд E. Традиционно. Аккорд F можете вот так взять. Первая, вторая струна на первом ладу. Третья струна на втором ладу и четвертая струна на третьем ладу. Вот вам аккорд F. Молодцы, дошли до аккорда G, возвращаемся в нашу тональность. Удар вниз поделали, дальше припев пошел. Так, бой очень простой, делаем удары. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх, в конце. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Видите, у меня рука вообще расслабленная, я, то есть, не парюсь там. Так. То есть, это должно быть очень легко, расслабленно и плавно. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вверх. Следующий аккорд ББ. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Аккорд ля бемоль. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. И аккорд соль. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх.
Если устали играть при помощи баре, можете понижать до аккорда АМ, то есть, как я вас учил. Поняли, да, припев, как играть? Можете на октаву ниже, кстати, начать петь. И без остановок я дышу тобой, ведь ты как дым, ты наркотик мой, ведь ты как я, ты как я, тобою пьян, ты мой океан. И без остановок я дышу тобой, ведь ты как дым. Там все равно в конце за третьим разом на октаву ниже поется, то есть и без остановок я дышу тобой, ведь ты как дым, ты наркотик. Ну, просто простые проводки вниз доигрываете, и начинается второй куплет. Его я решил сыграть таким вот прикольным способом. То есть начало второго куплета я играю так же, как и начало первого куплета, таким же перебором. Бас с третьей струной, потом вниз. Да. А потом вторая часть пошла, вот так игра. То есть по басу бью, да, большим пальцем. Дергаю бас и вторую, и первую струну. Потом просто по басу бью. То есть, ну... с опорой на нижестоящую струну. То есть дергаю, вниз спускаюсь и опираюсь на нижестоящую струну. И до конца уж играете так. Такой набор, накал происходит. Дальше аккорд ББ. Аккорд ля бемоль мажор дальше. И аккорд G. Да, и потом уже начинается припев. Но нужно повторить второй куплет. Давайте попробуем прямо с перебора, которому я вас учил уже. Со мной что-то не то, так близко дыхание твое. Ты злишься в глазах твоих огонь, искрится в душе моей твои частицы. Если навсегда, как птицы, то все равно ты мне приснишься, помнишь, как с тобой по крыше мы били, но мечтали выше того. Дальше уже предприпевная часть, preachers, спокойно допевается таким же боем. Давай, сквозь сердце ты меня пропускай, давай, дыши со мной, мой самый чистый кайф, будь ближе, с тобою я, слышишь, никто без тебя, и пусть ангелы знают, что не потеряют. Без остановок я дышу тобой, ведь ты как дым, ты наркотик мой, ведь ты как я, тобою пьян, ты мой океан. И без остановок я дышу тобой, ведь ты как дым, ты наркотик мой, ведь ты как я, тобою пьян, ты мой океан. Бой уже знаете, поняли? Его легко сюда поставить. Ну что ж, ребята, благодарю вас за просмотр. Тут ничего сложного, простые аккорды во всех песнях встречаются, этот порядок аккордов. Ну что ж, ребята, давайте подпишемся на мой музыкальный блог, если вы впервые меня смотрели, чтобы быть в курсе новых разборов, новых каверов, а также всяких интересных вещей, которые будут происходить со мной и с вами. Мы вместе связаны друг с другом, ребята. Благодарю за просмотр, ставьте лайки, если ролик понравился. Набираем 800 лайков, и выходит следующий разбор песни. А знаете, на какую песню? На песню, наверное, потому что группы «Время и стекло». Обязательно, наверное, хотели бы научиться играть эту песню, поэтому дерзайте, ребята. С вами был Раиль, до скорых встреч и пока. А, блин, камеру же не выключил. Ребята, вы еще в сети? Этот, в общем, там у меня есть ссылочка на Инстаграм и ссылочка на паблик ВКонтакте. Так что, ребята, давайте, вступайте в группу, добавляйтесь в Инстаграме ко мне, и все будет отлично.